Капитан команды «Вентиликом» Сергей Головин. Сегодня играли с командой «Кометом». Встречались с ними раньше. Игра предвещала много серьезной борьбы. Интересные игры, в принципе, так и получилось. Первые где-то полтайма играли практически на равных. Атаки были как у нас, так и у соперника. Ну, потом открыли счет, немного нарастили преимущество, и игра у нас, в принципе, сложилась. Правда, был один тревожный момент, когда нам забили один гол, и, в принципе, забив еще один, соперник мог бы, в принципе, и сравнять счет. Поэтому пришлось поосторожнее сыграть в обороне и как бы больше уделяя внимание контратакам соперника. Ну и хорошо сегодня собрались, потому что уже три игры мы не собирались. Обидные у нас поражения, поэтому рассчитывать, не знаю, есть на что или нет, на что. Ну, надеемся все-таки вырваться как-нибудь в призеры хотя бы. Спасибо.